Всем приветик, девочки. Решила с вами немножко поболтать. Я опять на работе. Дома как-то мне некогда все влоговые видео снимать. Хотя позавчера вечером мы пошли с Линкой погулять. Думала, поболтаю с вами со своей новой селфи-палкой, которая у меня с подсветкой. Но получилось, как мы уже пошли гулять, темно было. И, в общем, когда вот этот вот фонарь у меня светит в глаза, я не вижу, куда я иду. То есть это если где-то сесть, а как бы погода не располагала к сидению на лавочках. Поэтому, в общем, погуляли мы так. Вчера тоже вечером ходили, немножко прогулялись. А позавчера вообще у меня как-то весь день прошел. Приехали утром с работы. То есть я приехала, позвонила свекровь, до гаража надо съездить. В итоге вернулись. В гаражах, естественно, дороги нет, там не проехать. В общем, буксовали, окапывались оттуда, выкапывались, в общем, из сугробов. И, в общем, полтора часа, если не больше, все это у нас заняло. Приехала домой, пока позавтракала, легла спать уже в обед, проснулась в 5 вечера, вообще не соображала, где я и что я. А вчера тоже там какие-то домашние дела. Ну и, как обычно, Аня напортачила. Серую кофту, которую я вяжу, вот говорится, дурная голова ногам покой не дает, у меня рукам. Вязала я ее, вязала. И вот, знаете, вот даже, ну вот, обидно так, ну, ни к чему вообще, вот, чтобы глянуть как-то что-то у меня. Не, вяжу себе, вяжу ряд за рядом, смотрю кино, бегаю на кухню с готовкой, потому что муж тоже вчера решил, давай, говорит, бешбармак сделаем, поставил мясо, лег телевизор смотреть и уснул. В итоге кто? Аня варила. И уже думаю, все, сейчас немножечко буду отделять рукава. И что же я в итоге тут разглядела? Что у меня V-образный вырез, он вообще ни о чем. Он у меня просто вот такой маленький. А я, короче, делала прибавки каждый лицевой ряд. Вот. И, в общем, естественно, он такой совсем маленький. Он тут буквально, ну, не под горло, но пониже, да, и уже сходится. В общем, короче говоря, я хотела удлиненный. В итоге, ну а что делать-то? Пришлось распускать. Думала, распущу до росточка. У меня там небольшой росток был вывязан. Но такая вязка, петли с нее собирать как бы сложно. Поэтому я распустила полностью все до планки. И начала все по новой. Ну, сейчас уже я там так, ну, приличненько связала. Теперь делаю прибавки реже. Плюс я вчера вечером сняла видео, где я объясняла, как и что начало я вязала. Ну, получается, сегодня приеду домой или завтра буду это объяснение все переснимать. Так что вот. И хотела сегодня одеть уже на работу свою новую кофту. Думала, сейчас еще расстегнусь, вам покажу. Но не одела я ее. Она у меня просто-напросто не досохла. Я ее выстирала, положила прямо на столе, на полотенце, на мокрое. И оно у меня, в общем, с утра сыроватое. У нас с утра сегодня был минус, не знаю точно сколько, минус 6, минус 7. Ну, как бы, думаю, ладно. Тем более мне еще там с работы уже написали, что у нас аварийная установка котла. Я просто подумала, мало ли, если надолго будет холодно, поэтому одела джемпер. Так что вот. Вчера я еще попробовала там один образец, но это уже для следующего проекта. В общем, это все потом будет. Но то, что как бы то, что задумала, мне уже так нравится немножко. И, девочки, ну, на YouTube я загружу видео по кофточке бордовой, да. Дело в том, что я говорила уже, грузит у меня все долго, и, в общем, у меня получается мне не позвонить, ничего, я все же делаю с телефона. Есть у меня, конечно, и ноутбук, и компьютер, просто я все это не соображу. Это все надо снять, это все надо тогда скинуть на ноутбук, там монтировать. А мне просто в телефоне удобнее. У меня и две программы, три даже есть программы по монтированию здесь. В общем, и как бы, когда я гружу что-то, если мне кто-то позвонит, у меня уже начал теперь подглючивать телефон. Видимо, он у меня бедный устал, потому что он у меня чуть больше года. И сколько я в Телеграме, да, пока занималась, работала с него, сколько чего. В общем, у меня слетает просто это все. И очень обидно, когда, знаете, часа 4 грузится вот это видео. А вчера еще видео у меня вышло на 45 минут.
Короче, кто-то вот так позвонит, дозвон даст, и как бы все это слетает, и надо ставить сначала. Вот, и поскольку я вам говорила, все-таки хочется как бы какую-то денежку зарабатывать, поэтому на Дзен я гружу в первую очередь всегда и все. На YouTube теперь по мере возможности. Ну, вот это вот видео я снова загружу на YouTube, чтобы вам сказать. Тем более, вчера мне там спрашивали, да, я дала ссылочку на свой телеграм-канал, куда я дублирую также свои видео. Туда я даже больше, у меня там 23 подписчика вот стало, вчера было 22. Там я их больше вот именно для себя как бы сохраняю, мало ли что. И то вот тут зашла вчера и смотрю, а я не сохранила мужской джемпер. Но это ладно, они у меня еще там ВКонтакте дублируются. Так что, в общем, как-то так. Тем более я посмотрела свою статистику на Ютубе. У меня 98% смотрит меня Россия. Поэтому, как бы, это, ну, из количества, что меня смотрит, потому что не все же, 8 с лишним тысяч у меня подписчиков, не все смотрят каждое видео, естественно. А из тех, что смотрят, как бы 2% это, конечно, капля в море. И как бы я просила подписываться. Поэтому, девочки, если вы хотите видео, то ссылочки на Дзен есть, пожалуйста, там все будет. Вот. Ну и, может быть, сегодня еще поболтаю с вами. Не знаю, как там, домой поеду, в общем, как там дела. Все хочу я и дома влоговые видео снимать и все это. Но, в общем, прихватила тут спину, а я хотела... Была у меня там задумка кое-что сготовить выходной, вкусненько порадовать своих. Вот. Но поскольку спину прихватила, и ничего мне уже не надо было. Вот. Потому что на Дзен я сейчас стала, ну, не только вязание, да, стала и такие ролики. Ну и, конечно, выходной, когда у меня мужики дома, они сниматься-то как-то не хотят. Но муж сказал, будет у тебя толк, значит, потом, типа, и я покажусь. Вот. Ну, сын, он вообще там на своей волне, у него там свои дела. Так что, вот, я вот с вами общаюсь, когда с собачкой погуляю, когда вот вяжу, или вот так, когда есть свободные пару минут на работе. Ну, в общем, не прощаюсь. Возможно, сегодня еще что-то досниму, а возможно, досниму завтра утром и уже потом загружу это видео. Так, ну все, собралась я домой ехать. Сейчас что-то на улице прошлась. Морозненько у нас так. Ну, минус один, правда, просто ветерок, видимо. А до этого вообще оттепель такая была все дни. А вчера днем было такое солнце, вообще классное. Вчера днем думала, сходим погуляем. Но не получилось, только вечером. Но вчера прям день такой солнечный был. Но вот зато ночью сегодня уже был мороз. Хоть вся вот эта грязь, слякоть немножечко, ну, видно, в это вымерзла. Луж поменьше стало. И сейчас прям вот под ногами все замерзло, по льду шла. Ну, ладно, трасса сухая, сейчас домой приеду, поужинаю, повяжу, наверное, немножечко и спать. Ну, сегодня уже, наверное, больше я ничего снимать не буду, гулять тоже ни с собакой не пойду никуда, потому что время уже почти 8, без 10 8. А, сейчас еще заеду на Вайлдберриз, пришла у меня пряжа Flowers, что я заказывала, и пришел там еще, ну, это подарки, в общем, к 8 марта. Вот, надо будет забрать. Надеюсь, все придет без брака, все в целости и сохранности. Так что вот.